Потребность человечества в нефти и газе растет. Истощение их запасов вынуждает людей бурить глубже и быстрее. Устоят ли огромные нефтяные вышки перед мощными штормами? Сумеют ли гигантские верфи удовлетворить растущий спрос на новые морские платформы? Суперсооружения. Буровые установки-гиганты. Людям нужны источники энергии. Ежедневно мы расходуем более 80 миллионов баррелей нефти и 7 миллиардов кубометров природного газа. Но находить нефть и газ становится все труднее. Новые месторождения меньше открытых раньше. Это кризис. И он вынуждает нефти и газодобывающие компании вести поиск в самых опасных местах на планете. Таких как Северное море. Штормовая зона между Британскими островами и Скандинавией. Тысячи лет Северное море пользовалось дурной славой из-за своих штормов. Здесь наблюдали 25-метровые волны. Поиск нефти и газа здесь почти невозможен. Но под дном Северного моря находятся 15 миллиардов баррелей нефти и 5 триллионов кубометров природного газа. Чтобы добраться до этих запасов, нужны нефтяные суперплатформы, такая как Noble Pit. Этот монстр весом 9700 тонн может бурить скважины глубиной более 7 километров. Его прочный корпус и опоры предназначены для работы в суровых условиях. Такая броня необходима, потому что этот уголок Атлантики отличается свирепым нравом. С 1980 года в Северном море погибло более 350 нефти- и газодобытчиков. Эта скорбная статистика известна каждому нефтянику. Эти ребята готовятся заступить на двухнедельную смену. Из городка Денхальдер на побережье Нидерландов они отправятся в путь длиной 1500 километров над ледяными водами Северного моря к установке Noble Pit. На них должны быть надеты специально разработанные спасательные костюмы, которые удерживают тепло тела. Если вертолет упадет, они окажутся в ледяной воде. Без этих костюмов они потеряют сознание уже через 30 минут, а через час умрут. Крушение вертолета случается редко, но это постоянная угроза. За последние 20 лет более 60 нефтяников погибли из-за крушения вертолетов. Это печальный факт, и у этих ребят есть время поразмыслить над этим. Поездка занимает более часа. Когда становится видна установка Noble Pit, возвышающаяся над водами подобно острову, все мысли обращаются к предстоящей работе. Noble Pit готовится к новому заданию. Он должен пробиться к месторождению газа стоимостью почти 350 миллионов долларов. Это буровая установка «Охотник за нефтью». Она прекрасно подготовлена для выполнения своей задачи – добычи нефти и газа, залегающих в нескольких километрах под морским дном. Она не похожа на корабль. В каждом ее углу имеется 100-метровая выдвижная опора. Когда установка достигает района залегания нефти, мощные моторы опускают опоры в воду. Они достигают дна, и установка занимает нужное положение. Три опоры придают установке такую устойчивость, что она способна бурить во время шторма. Это важно, потому что Noble Pit предназначен для бурения. Сорокапятиметровая буровая вышка пробивает скважину к нефтяным и газовым карманам, образовавшимся в каменной толще. Но чтобы бурение было возможным, на установке должно быть все необходимое. Для обеспечения ее работоспособности нужны 80 рабочих, поэтому здесь есть 4-этажный жилой блок. Под ним находится стальной корпус, заполненный оборудованием. 6 дизельных двигателей мощностью 1200 лошадиных сил. Каждый обеспечивает работу установки и освещение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ежедневные затраты составляют 55 тысяч долларов. Каждая задержка в работе оборачивается большими убытками. Вот почему техника и люди работают на пределе возможностей. Нефтяники работают 2 недели подряд, 12-часовыми сменами.
Затем вертолеты увозят их с буровой установки на 2 недели, а потом все повторяется. Любая работа здесь сопряжена с постоянной угрозой увечий, переломов и даже смерти. Риск велик, но и деньги большие. За 6 месяцев здесь зарабатывают до 100 тысяч долларов. Это привлекает рабочих со всего света. Из Литвы, с Мальты, из Португалии, Норвегии, Франции. В общей сложности из 9 стран. Это тяжелый труд, потому что суперсооружение работает без остановок. Но даже если обнаружат большое месторождение, этого будет недостаточно. Все морские буровые установки, а их более 500, не удовлетворят всемирного спроса. Поэтому таких установок строят все больше и быстрее. Но для их строительства нужны другие суперсооружения, гигантские верфи для массового производства этих морских монстров. Одна такая верфь находится в Юго-Восточной Азии, на западной оконечности Сингапура. На верфи Кэппел морских буровых суперустановок строят больше, чем где бы то ни было. На некоторых верфях работают по нескольку сотен человек. Сюда ежедневно приходят 4000 рабочих. Площадь верфи равна площади 38 футбольных полей. Она раскинулась на 28 гектаров. И производят здесь только морские буровые установки. В этом гигантском доке поместились бы 24 олимпийских бассейна. Сингапурская компания Keppel строит почти половину таких морских установок. Чтобы сохранять свою долю рынка, они применяют смелую стратегию. В благоприятное время мы стараемся строить как можно больше. Они знают, что когда цены на топливо подскочат, они продадут столько этих крошек, сколько сделают. Но строить надо быстро, пока рынок не остыл. На обычной верфи строят одновременно пару установок. Эта суперверфь предназначена для строительства сразу 23 буровых установок. Их стоимость варьируется от 130 до 450 миллионов долларов. И от заказчиков нет отбоя. Умножьте эту сумму на 23 буровые установки и получите время и деньги, исчисляемые миллиардами долларов. Одна ошибка, ведущая к катастрофе, может разорить компанию и обрадовать конкурентов. Верфи от Миссисипи до Южной Кореи с удовольствием перехватят бизнес у Keppel. Компания – лидер в этой гонке, и ей есть что терять. Но у этой сингапурской компании есть преимущество. Более чем 35-летний опыт строительства буровых установок в условиях тропической жары и влажности. Слова «тропическая жара» определяют темпы производства. Когда строишь 23 установки, любая ошибка может сорвать график, поэтому компания десятилетиями совершенствовала методы работы. Мы пытаемся рационализировать производственный процесс, чтобы лучше строить, безопаснее и дешевле. И быстрее. Чтобы ускорить этот процесс, они строят буровую установку в киберпространстве. Группа инженеров работает с новейшей программой по созданию морского оборудования. Это проект новой морской буровой установки. Высота 69 метров. Длина опор 158 метров. Пятиэтажный жилой модуль на 112 человек. Это новое поколение современных высокоэффективных буровых установок. Она будет бурить глубже и быстрее прежних установок. Но проект пока находится в стадии разработки. Группа инженеров пересматривает план площади, расположенной под вышкой. И они обнаружили ошибку. Труба проложена так, что в нее будет упираться дверь. Если бы проект был осуществлен, это была бы катастрофа. А пока это можно исправить одним движением мышки. Когда проверка проекта закончится, компьютер будет контролировать все стадии по мере того, как разработка будет притворяться в жизнь. На это уйдет 18 месяцев, если все пойдет по плану. Сначала нужно вырезать стальные пластины определенного размера и формы. Эту работу контролирует компьютер, используя данные из проекта. Программа также создает чертежные планы, которые рабочие используют на всех стадиях работы. Сооружение буровой установки похоже на решение головоломки. Только это гигантская головоломка из 25 тысяч стальных фрагментов.
И от того, как она сложится, будет зависеть сотня жизней. Несмотря на эффективные технологии участия в строительстве одной установки 800 рабочих, пройдет 6 месяцев, прежде чем стальные пластины превратятся в стальные секции буровой установки. Эта секция — часть корпуса, где установят громадные насосы размером с локомотив, длиной 20 метров и весом более 55 тонн. Готовые секции доставляют в сухой док, где их собирают и приваривают одну к другой, пока установка не начнет обретать окончательную форму. За сборкой последует самый сложный этап — спуск морской буровой установки из дока на воду. Строительство этого суперсооружения завершится через полгода, и тогда оно присоединится к всемирной флотилии, бурящей дно в поисках нефти и газа. В Северном море Noble Pitt, арендованный французской газовой компанией, бурит новую скважину. На этот раз он должен будет бурить с помощью стационарной платформы. Стационарная платформа — это сооружение, расположенное справа от Noble Pitt'а. Эти платформы устанавливают там, где, по мнению ученых, находятся большие залежи нефти и газа. Эта платформа уже соединена с работающими скважинами, откуда топливо по трубам доставляется на берег. Но нужна новая скважина, а пробурить ее сама платформа не может. Вот зачем нужна такая буровая установка, как Noble Pitt. Многие буровые установки не справятся с этой работой. Noble Pitt справится, потому что может подняться над водой на высоту более 7 этажей. Огромные электромоторы поворачивают мощные шестерни, которые поднимают корпус из воды к небу. Самоподъемная буровая установка может расположиться над стационарной платформой и начать бурение. Кажется, это просто, как поднять домкратом автомобиль. Но поднять громадную установку — это все равно, что поднять 7000 автомобилей, балансируя на сваях в открытом море. Датский инженер Пол Кронер имеет все основания для волнения. Он готовит Noble Pitt к подъему. 36 электромоторов, по 12 на каждую опору, медленно поворачивают гигантские стальные шестерни. Чтобы не произошло заклинивание, рабочие смазывают направляющие, по которым пройдут шестерни. Одна заклинившая шестерня остановит процесс, который еще не начался. Буровая установка начинает медленно подниматься. Через 60 напряженных минут установка достигает высшей точки — 26 метров над водой. Но она еще не готова к бурению. Буровую вышку Pitt'а нужно установить на стационарную платформу с помощью огромного подвижного элемента, после чего через отверстие в платформе бур можно будет опустить на дно. Эту операцию проведет датский бурильщик Деннис Селен. Он приводит в действие 4 мощных поршня, которые медленно выталкивают 840-тонный подвижной элемент на стационарную платформу. Каждый поршень способен переместить 6 бульдозеров. Они настолько мощные, что за ними надо присматривать. Все 4 поршня должны двигаться синхронно, чтобы элемент двигался по прямой. Если один поршень будет двигаться быстрее других, элемент заклинит, и операция сорвется. На это уходит больше часа. Наконец, подвижной элемент занимает нужное место. А это суперсооружение готово к бурению новой скважины. Ученые указали место для бурения, но чтобы пробиться к газовой залежи через километры каменной породы, понадобится не меньше 8 недель, если залежь вообще найдут. Во время бурения команда Noble Pitt'а должна быть очень внимательна. Угроза несчастного случая смерти нависает над всеми, кто работает на буровых установках в Северном море. Когда гигантская морская буровая установка в Северном море бездействует, ежедневные потери составляют 55 тысяч долларов. Но даже когда она занимает рабочую позицию, бурение еще не начинается. Дело в том, что бурильщики должны поднять на буровую вышку более 500 секций трубы. Бурильные трубы одна за другой уйдут на несколько километров в дно. Длина каждой секции 10 метров, вес почти полтонны. Это большая работа.
Чтобы поднять трубы на вышку и опустить на буровую площадку, рабочие затрачивают немало усилий. Буровая площадка – одно из самых опасных мест на морской буровой установке. Старший мастер Тони Уилпшар отвечает за безопасность каждого рабочего. Качающаяся труба может нанести неосторожному рабочему травму. Тони должен думать не только о безопасности, но и о сроках. Во время бурения мы говорим об экономике. Насколько быстрее и лучше идет работа. Чтобы работа шла быстрее, бурильщики заранее соединяют трубы по 3 сегмента и располагают их на краю буровой площадки. Когда трубы готовы, можно начинать бурение. Пора с помощью буровой установки начинать зарабатывать деньги. Они на это надеются. Нет никакой гарантии, что скважина даст нефть или газ. В отдаленных районах половина пробуренных скважин не дает ничего. Чтобы увеличить шансы на успех, Тони собрал команду опытных бурильщиков во главе с мальтийцем Ноэлем Шембри. Бригада Тони получила задание. Их заказчик, Газ де Франс, обнаружил почти в 5 километрах под морским дном новую залежь природного газа. Но чтобы добраться до нее, придется пробурить наклон на 40 каменных слоев. Увеличивая или уменьшая вес бурильной трубы, Ноэль может изменять направление движения буровой коронки. Такой громадный вес сгибает даже стальную трубу. Ноэль должен быть осторожен, в каменном дне много карманов с водой. Если бур войдет в один из них, большое давление вытолкнет воду в скважину с такой силой, что она может разрушить скважину и даже повредить буровую установку. Ноэль должен проводить бур между этими карманами как иголку. Иголку, которая находится в нескольких километрах от него и которую он не видит. Ему приходится полагаться на приборы, оборудование, головку бура стоимостью 30 тысяч долларов и мотор мощностью в 1000 лошадиных сил, способный вращать почти 700-тонную трубу. Ноэль опускает бур на морское дно. Скоро он начнет вгрызаться в камень, пробиваясь к залежи газа. Опустив одну секцию трубы, буровики соединяют с ней следующую. Это продолжается до тех пор, пока они не достигнут цели. Это произойдет через 8 недель, если все пойдет хорошо. Бурильщик должен внимательно следить за приборами. Падение давления или изменение скорости бурения может означать приближающуюся аварию. Обрушение стенок скважины. Когда стенки скважины обрушаются, бур застревает в нескольких километрах под морским дном. Но у бурильщиков есть секретное оружие против обрушения стенок скважины. Буровой раствор. На буровой площадке буровой раствор повсюду. Но в нем нет грязи. И берут его не с морского дна. Это смесь химических веществ, которую закачивают в скважину для смазки бура. Буровой раствор выполняет и другую функцию. Он уплотняет стенки скважины и помогает предотвращать их обрушение. Для каждой скальной породы, через которую проходит бур, нужен разный буровой раствор. Используя неподходящую смесь, можно сломать буровую головку и разрушить скважину. Специалист по буровому раствору, инженер Мэтью Скофилд, не имеет права на ошибку. В своей лаборатории, расположенной в корпусе морской буровой установки, Мэтью снова и снова испытывает различные смеси, пока не подбирает идеальный состав. Затем бурильщики изготавливают более 500 000 литров раствора. Этого достаточно, чтобы заполнить 5 плавательных бассейнов. Буровой раствор, как кровь в кровеносной системе, циркулирует в недрах нефтяной вышки. Сначала 3 гигантских насоса подают раствор на буровую площадку и закачивают в буровую трубу. Достигнув дна скважины, он вырывается через отверстие буровой коронки в скважину, заполняет ее и возвращается по трубе наверх, неся с собой буровой шлам. Когда буровой раствор и шлам поднимаются наверх, их направляют в 3 машины, которые отделяют шлам от бурового раствора. Высокотехнологичный раствор очень дорогой. Повторно используется почти каждая его капля. Существующие правила позволяют сбрасывать буровой шлам обратно в море.
Если бы использовался токсичный буровой раствор, каждый кусок породы пришлось бы везти на берег, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды. Раньше нефть и газодобывающие компании сбрасывали токсичные отходы в море, но сегодня они действуют с большей ответственностью. Сегодня в результате добычи нефти в мировом океане оказывается лишь 5% от ее общего количества. Избежать загрязнения можно только тогда, когда система применения бурового раствора действует безупречно. Кроме того, это ключ к безопасности. Если в то время, когда бур наталкивается на залежь природного газа, в скважине недостаточно бурового раствора, газ может устремиться наверх и загореться. Газовый фонтан – кошмар каждого бурильщика. Летом 1988 года взрыв уничтожил в Северном море нефтяную платформу «Пайпер Альфа» и показал всему миру опасность морского бурения. Утечка газа вызвала первый взрыв, который оказался настолько сильным, что времени на организованную эвакуацию не было. Погибли 167 из 225 рабочих. Большинство отравилось токсичным дымом. Расследование выявило многочисленные нарушения правил безопасности и стало причиной ряда изменений. Случай на Пайпер Альфе был самый страшный, но, к несчастью, не последней катастрофой такого рода. Сегодня на морских буровых установках рабочие участвуют в бесконечных учениях по безопасности. Сегодня отрабатываются действия на случай обрушения мостков. Обнаружен раненый бурильщик. Его жизнь висит на волоске. Травмы могли получить и другие. Поэтому нужно пересчитать всех, кто находится на платформе. Буровой мастер Ноэль Шамбри и помощник мастера Пол Берхевас должны проверить, все ли на месте. На месте 15 человек, вместе со мной. 7 часов вечера. Поэтому в учениях участвуют дневная и вечерняя смены. Noble Pit готов к чрезвычайной ситуации. Для этого есть современные спасательные боты, которым не страшны штормовые волны. Скоростные катера для спасения людей, упавших в море. Спасательные суда, которые 24 часа в сутки кружат вокруг буровой установки в ожидании катастрофы. Это учения. Но они создают ощущение реальности. Благодаря им во время реальной угрозы люди сэкономят время и, возможно, спасут человеческие жизни. Если бы пришлось вызывать вертолет, он прилетел бы через 45 минут. Столько же времени заняла бы дорога до ближайшей больницы в Нидерландах. Факт неутешительный, но такова реальность жизни на нефтяной платформе. Безопасность – предмет постоянной заботы. Не только в Северном море, но и на Сингапурской верфи. Здесь борются со стихией, чтобы спустить на воду новую буровую установку целой и невредимой. В Северном море, в 150 километрах от Нидерландов, нефтяная суперплатформа Noble Pit готовится к бурению морского дна. В нескольких километрах под ним находится залежь газа. Это опасная работа. Тем временем в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре, на верфи Keppel в сжатые сроки строят морские буровые суперустановки нового поколения. Это тоже опасная работа. На верфи несчастные случаи не редкость. Строители работают в опасных условиях, высоко над землей. Ультрафиолетовое излучение от сварочной горелки может повредить глаза. Над головой раскачивается груз, который может стать смертоносным. Чтобы уберечь людей, руководство верфи проводит собрания, на которых по-военному инструктирует рабочих по технике безопасности. Только что собранная в сухом доке нефтяная платформа готова к буксировке. Ее нужно переместить на несколько сот метров к причалу, где рабочие еще полгода будут достраивать установку. Но есть одна проблема. Эта буровая установка – одна из трех суперплатформ, которые нужно вывести из дока. Две другие загораживают ей дорогу. Одна самоподъемная буровая установка, вторая – полупогруженная. Теоретически уладить эту проблему несложно. Надо заполнить док водой. Платформы всплывут. Затем нужно открыть ворота и отбуксировать их из дока одну за другой. На самом деле это очень сложная задача. Это невероятно сложный процесс. На вывод трех платформ отведено 2 дня. Это опасная операция. Размеры буровых установок очень большие, расстояние между ними маленькое. Если во время буксировки они столкнутся или ударятся о стену дока, это будет катастрофа. We have to be very...
Мы должны быть очень осторожны, потому что малейшее повреждение установок или дока будет стоить нам миллионы долларов. Операцию по выводу платформы с дока называют спуском на воду. Их необходимо вывести именно сейчас, потому что пространство сухого дока — это самая ценная недвижимость верфи. Чтобы производственный процесс продолжался согласно плану, сухой док надо освободить для следующей серии буровых установок. Однако неосторожность при выводе платформы с дока может причинить вред окружающей среде. После сборки корпусов в доке остается много обрезков меди и стали. Здесь ужасный беспорядок. Если в доке не прибраться, металлический мусор может загрязнить Сингапурский пролив. К утру рабочие заканчивают работу. Они устанавливают красный флаг, давая знать, что готовы, и начинают заполнять док водой. Это больше напоминает струйку, чем фонтан. При такой скорости док будет заполняться водой всю ночь. А время идет. К утру уровень воды в доке поднялся всего на 6 метров. Этого мало. Неожиданная задержка обернется дополнительными затратами и потерей времени. Лим Юсенг, известный как капитан Лим, отвечает за вывод установки из дока. Он обязан все сделать в срок, и он знает, что эта операция всегда сопряжена с риском. Это может сделать не каждый. Это требует большого мастерства. Выводить установку надо так, чтобы она ни за что не задела. Вести ее надо очень плавно и медленно. Но вести ее плавно и медленно сегодня будет затруднительно. Лим встревожен. Синоптики обещают ветер и дождь. Если налетит буря, вывод установки из дока придется остановить, а это может нарушить плотный график. Три буксирных судна стоят наготове. У морских буровых установок нет двигателей, с помощью которых они могли бы выйти из дока. Капитан Лим приказывает открыть ворота. Медленно, едва заметно, ворота дока начинают опускаться. Наконец, буксиры берутся за дело. Полупогруженная буровая установка начинает двигаться на открытую воду. Но удача отворачивается от капитана Лима. Боги погоды не на его стороне. Он приказывает закрыть ворота. Чтобы предотвратить нежелательные перемещения полупогруженной и двух остальных установок, мы должны закрыть ворота дока. Возобновим операцию, когда погода улучшится. Шквалистый ветер стихает через 2 часа. Капитан Лим пользуется благоприятным моментом. Он приказывает буксировать установки в гавань. Эта буровая установка такая большая, что даже мощные буксиры не сразу набирают скорость. Наконец, буровая установка выходит за ворота. Одна. Но в своей очереди ждут еще 2. День подходит к концу. Пока погода не изменилась, к воротам подтягивают вторую установку. Капитан Лим дает добро. Установка начинает движение. Если повезет, ветер даст им возможность поработать. Дает. Вторая буровая установка выходит за ворота на открытую воду. Но выводить из дока третью установку уже поздно. Придется подождать до утра. На следующий день поднимаются волны, дует сильный ветер. Капитан Лим старается не унывать. Все хорошо, кроме погоды. Сегодня она немного испортилась. Он знает, что отстает от графика и не может откладывать операцию. Несмотря на ветер, он приказывает открыть ворота. Буксиры тянут платформу к новому дому, причалу. Капитан Лим спешит туда, чтобы установить ее на место. Это тонкая работа. Еще метр. Наконец, платформа занимает свое место. Чтобы завершить строительство, ее надо установить на 3 опоры. Но подъемное устройство еще не испытывалось. Если оно откажет, это будет большой неудачей. Запускают 36 моторов.
Самоподъемная буровая установка впервые поднимается из воды. Установка выдерживает это испытание. Но работа не завершена. Впереди еще 6 месяцев упорного труда. Через 2 напряженных дня капитан Лим может облегченно вздохнуть. 3 буровые установки выведены из сухого дока, уже готового приступить к новой работе. Несмотря на все трудности, установки остались целы. И работа над их завершением продолжается. А в Северном море Нобл Пита ждут большие испытания. В Северном море гигантская морская буровая установка Noble Pit пробурила в морском дне скважину длиной более 3000 метров. Но что-то случилось. За последние 12 часов они пробурили только 24 метра. Это на 150 метров меньше, чем они рассчитывали. Они столкнулись с каким-то препятствием. Но приборы показывают, что никаких проблем нет. Давление в скважине нормальное, вращение бура стабильное. Объяснение надо искать в другом. Первым делом проверяют фрагменты выбуренного грунта, взятого из скважины. Их осмотр покажет, через какой скальный слой пробивается бур в данный момент. Если это прочный гранит или мрамор, причина медленного бурения будет очевидна. Но Том Брэндис видит только соль. Бур должен проходить соль 8 раз быстрее, чем он это делает сейчас. Ясно, что причина не в твердом скальном грунте, через который проходит бур. Похоже, их ждут плохие новости. Старший мастер Тони Уилпшар полагает, что, возможно, скважина не поддается бурению. Иногда такие скважины бывают, когда бурение невозможно. Порой эта проблема не поддается решению, и решать ее экономически невыгодно. Конечная прибыль будет ничтожной. Если это не поддающаяся бурению скважина, они потеряют 40 дней и более 2 миллионов долларов. Тони знает, что выявить проблему можно, только подняв и проверив 3000 метров буровой трубы. Это самое неприятное в работе бурильщика. Надо поднять трубу, отсоединить и установить на краю буровой площадки все 30-метровые секции. Это тяжелая, грязная работа. Буровой раствор всюду. Приходится доставать из воды более 300 тяжелых секций. Такая трудная работа одним бурильщикам не под силу. Вот почему Карл Грег поднялся на вышку, на 45-метровую высоту. Окей. С помощью механической руки он устанавливает трубы на место. Направлять его действия — дело рискованное. Люди у нижнего края трубы сверху кажутся муравьями. Карл даже не видит их как следует. Он полагается на видеомонитор и жесты. Несмотря на меры предосторожности, это опасная операция. Если Карл ослабит захват слишком рано, труба упадет на рабочего. Извлечение всех труб из скважины занимает 8 часов. Эти большие усилия могут быть затрачены напрасно, если Тони не обнаружит причину проблемы. Но когда поднимают последнюю трубу, становится ясно, что мешало бурению. Поврежденная головка бура. Осмотр показывает, что во время бурения от нее отвалились несколько алмазных резцов. Буровая головка с алмазными резцами, вращающаяся в скважине, серьезно повреждена. Потеряно много резцов. Здесь, здесь и здесь. Эти резцы потеряны. Бурильщики берут новую буровую головку, прочную, как они надеются, и закрепляют на первой трубе. Они отправляют новую буровую головку в скважину и снова соединяют 300 труб. Пройдет еще 8 часов, прежде чем головка достигнет дна скважины. Бурение должно продолжаться, но они потеряли драгоценное время.
Для помощника мастера Пола Брехевеса это был изнурительный день, когда на буровой площадке дело не ладится, бурильщики работают с удвоенной энергией. 8 из последних 12 часов Пол поднимал буровую трубу. Наконец его смена заканчивается. Когда 12 часов работаешь и 8 спишь, на другие дела времени почти не остается. Если ты потный и грязный, жизнь останавливается, пока не приведешь себя в порядок. Человек, который устал как Пол, чувствует себя на нефтяной платформе, как белка в колесе. Мои апартаменты. Как почти все бурильщики, Пол делит крошечную каюту с коллегой. Но они редко видят друг друга. Пол работает в дневную смену, его сосед по каюте по ночам. Во время еды людям не хватает сил на разговоры. Хорошо, хоть кормят здесь неплохо. После ужина бурильщики стараются как следует отдохнуть. Но о работе забыть трудно. Ты находишься в замкнутом пространстве. Куда ни пойдешь, все напоминает о том, что ты на работе. Даже на палубе скучающему по дому бурильщику остается только смотреть на море и надеяться, что время пролетит быстро. Рабочие отдыхают как могут, ходят в спортзал, общаются с друзьями. Даже смотрят детские фильмы. Со временем рабочие становятся одной семьей. И как бывает во многих семьях, устают от долгого общения. Через 2 недели мы будем рады, что не увидим друг друга 2 следующие недели. Но в этом есть и свои плюсы. 2 недели тяжелого труда сменяются 2 полными неделями, проведенными дома. Я вижу, как мои дети ходят в школу. Такого рода вещи важны для меня. Это не просто выходные. 2 недели я работаю, а потом становлюсь на 2 недели полноценным отцом. И это хорошо. Ради большой зарплаты рабочим приходится идти на большой риск. От холодной воды Северного моря их защищают только 3 тонкие опоры. Опоры – самая важная часть морской буровой установки. Платформа «Александр Килан» доказала это, когда рухнула в Северное море во время шторма в 80-м году. Погибло 123 человека. Причина? Треснувшая опора. Одна дефектная деталь опоры может привести к катастрофе. Создание опоры, способной выдерживать суровые погодные условия, это сложная задача. Такая задача стоит перед инженерами сингапурской верфи. Главный инженер Чимен Кионг испытывает проект новой опоры для всепогодной буровой установки. Он насылает на опору виртуальные штормы. В зависимости от увеличения или ослабления нагрузки на опоры, цвет изображения меняется. Красный означает наибольшую нагрузку. Определив с помощью анализа места, которые подвергаются наибольшей нагрузке, инженер изменит конструкцию опоры с целью ее усиления. Новая секция опоры готова к отправке к платформе, которую только что вывели из дока. Ее высота 34 метра, а весит она столько же, сколько 35 слонов. Как установить на буровой установке такую длинную и тяжелую конструкцию? Ни один из кранов на верфи не справится с этой задачей. На помощь приходит Геркулес. Азиатский Геркулес-2. Плавучий кран высотой 125 метров, один из самых больших в мире. Он настолько мощный, что может поднять сразу 10 секций опоры. Но закрепить их на кране очень сложно. На помощь приходят люди-пауки. Обычно, работая на высоте, пользуются страховочными ремнями или мостками. Но эти люди специально подготовлены. Они легко взбираются по 30-метровой лестнице. Поднявшись на высотную платформу, люди-пауки прикрепляют канаты, свисающие с крана, к каждому углу опоры. Ее опускают на твердую землю. И начинается подъем. Свисающая с огромного крана 34-метровая секция опоры кажется детской игрушкой.
Кран приближается к буровой установке, и ее команда готовится принять очередную секцию опоры. Есть контакт. Рабочие устанавливают новую секцию на старую. Теперь их необходимо соединить прочнейшим сварным швом. В ближайшие недели соединение секции продолжится, пока они не поднимутся на 130 метров. Это чуть ниже пирамиды Хеопса. Но для завершения строительства морской платформы одной установки опор мало. Срок ее сдачи неминуемо приближается. В распоряжении рабочих сингапурской верфи остается всего 5 месяцев. На главной палубе новой буровой установки нагромождение стальных конструкций, а внизу еще нужно установить приборы и оборудование. Объем работы огромный, и за все отвечает новичок. Это первый опыт Брайана Лоу в качестве руководителя осуществления проекта. Руководитель должен следить за всеми рабочими и делать все, чтобы буровая установка была построена вовремя. В сухом доке в ее строительстве участвовали бы более 800 человек, но для завершения работ руководителю дали только 300. И его это беспокоит. Мы должны торопить наших людей. Работы ведутся круглые сутки, иногда приходится задерживаться допоздна. Мы ввели ночную смену. Честно говоря, я немного волнуюсь. Даже во сне. Руководить такой работой — большая нагрузка на нервы. Даже при благоприятных условиях Брайан должен находиться одновременно в разных местах. И он не уверен, что его рабочие успеют сделать все до срока сдачи объекта. Например, приворотить эту стальную коробку в морской отель на 122 человека. Оборудовать кают-компанию с кухней уровня хорошего ресторана, где одновременно будут обедать 50 голодных бурильщиков. А еще есть буровая площадка. Пока это каркас с бурильным оборудованием, висящим в пустой буровой вышке. Но как только платформа окажется над запасами нефти, работа здесь закипит. В Северном море морская буровая установка Noble Pit продолжает бурение. Буровая головка вращается в 3,5 километрах от платформы. Возникает очередная сложная ситуация. Головка приближается к двум карманам, где находится соленая вода под очень высоким давлением. Если бур войдет в один из них, вода может устремиться вверх, разрушить скважину и повредить нефтяную платформу. Ноэль Шембри должен провести бур между этими двумя опасными зонами. Изменяя вес буровой трубы, он может изменять направление движения буровой головки. Но когда бур удален на 3 километра, приходится действовать почти вслепую. Информацию о местонахождении бура передает зонд, находящийся рядом с головкой. Но внезапно Ноэль теряет сигнал зонда. Прямая линия. Команда Ноэля не знает, на каком расстоянии от опасных карманов находится бур. Бурение немедленно прекращается. Они проверяют оборудование, надеясь, что это всего лишь сбой в работе компьютера. Но сигнала по-прежнему нет. Дело не в компьютерной программе, а в зонде, который находится на глубине 3,5 километров. Придется поднимать трубу из скважины. Все 400 секций, второй раз за 3 дня. Через 8 долгих часов появляется последняя труба с зондом. Но зонд стоимостью 700 тысяч долларов застревает в трубе. Это высокотехнологичное оборудование, поэтому они стараются действовать осторожно, но зонд не поддается. Приходится применять силу. Наконец, зонд выходит. Но на ремонт нет времени. К счастью, есть запасной.
Спустя 12 часов бур с новым зондом опускают на дно скважины, и зонд работает. Его сигнал говорит о том, что бур проходит между опасными зонами с идеальной точностью. Надо держаться подальше от этих двух полостей с водой, номер один и номер два. Но до цели остается почти еще 300 метров. К счастью, сломавшийся зонд – последнее препятствие. Через несколько дней Noble Pit достигает залежи газа. На извлечение буровой трубы и укрепление скважины уйдет почти 2 недели. Потом скважину соединят с трубопроводом, идущим к берегу. Задача морской буровой установки Noble Pit будет выполнена. Ее снимут со стационарной платформы и отбуксируют к новому месту работы в штормовом Северном море. В Сингапуре через 2 года гонки со сроками строительство новой буровой установки завершено в срок и в рамках бюджета. Ее опоры поднимаются на 150 метров над водой. Буксиры выводят ее в море. Она отправляется к своему первому месту назначения – к западному побережью Австралии. Когда установка прибудет на место, она поднимется над водой и начнет работать, принося ежедневную прибыль в $105 000. Сингапурская верфь не может остановиться ни на минуту, потому что потребность человечества в нефти и газе возрастает. Вот почему верфи должны строить все более совершенные морские суперсооружения.